соблюдать следующие гигиенические правила, которые позволят снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа и других ОРВИ. Пользуйтесь одноразовой бумажной салфеткой при чихании, кашле, насморке. Уважаемые дагестанцы, в связи со сложившейся эпидситуацией по всему миру и с целью профилактики вирусных заболеваний, гриппа и ОРВИ, Министерство здравоохранения Республики призывает вас бережно относиться к собственному здоровью и здоровью своих близких. Возбудители этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем. При чихании и кашле воздух вокруг больного человека распространяется микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и на поверхностях мелкие долго находятся в воздухе и переносятся на расстояние до нескольких сот метров. При этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей, содержащими вирусы частицами выделения больного человека. Поэтому ношение маски в сочетании с тщательной гигиеной рук защитят вас от заражений. Берегите себя и своих близких.